Всем привет, друзья! Сегодня я сделаю челлендж. А почём челлендж и как вы это вообще? Без значения. А вы сейчас все увидите, потому что я буду есть. Вы догадайтесь, самая остренькая, такая противненькая, это перчили. Я не шучу, это прям перчили очень острый. Так, давайте-ка сначала отрежу вот такой вот кусочек. Так. Да уж, запах очень вкусный. Ребятки, я реально сейчас съем перец чили. Он острый, противный, горький. Если мне сейчас сгорит во рту, я просто пью. Что, я ничего не чувствую. Я могу даже еще. Это уже такой здоровый кусок. Салти все. Ребят, очень редко вкусно. Мне ничего во рту не говорит. И мне все равно. Я даже могу еще раз сделать. Очень вкусно. Ребят, мне ничего не говори. Конечно. Тебе вообще все равно. Подпишитесь на мой канал. Лайк. Я от вас подписку. Вот если человек комментарий от вас жду. И что же вы думаете об этом? Пока, всем пока. Кстати, я сейчас вам такую прикольную. Если я попрошу банк, отрежь мне, пожалуйста, вот такой вот кусочек перец чили. А вот такой говорит. Я что ли? Ты же у тебя же все борто будет. А он все равно отрезает. А я уже. Какая вкусная.